Вистава виробів декоративно-прикладного мистецтва Китаю і Японії 18-20 століттів відкрилася у музеї історії Гомеля. У експозиції фарфор епохи династії Цин, рельєфні вази, сацума з ярким розписом і позолотою, жанровий портретний живопис, а так само розпис по шовку і різьба по кості і дереву. Кожен з представлених експонатів має свою цікаву історію, а часом загадкову і незвичайну. Це не вся наша, далеко не вся наша колекція. Вот, у нас есть на самом деле большое количество экспонатов, просто они еще, так скажем, не здесь. Вот. И у нас есть очень красивая мебель, тоже китайская, выполненная и разукрашенная натуральными камнями и ракушкой, украшенная, как вот представлены экспонаты вот здесь, вот украшения из ракушки. На протяжении лет 12, наверное, вот мы вот это все собирали. Сім'я Міхіянкових на протягу многих годов старанно збирала экспонаты у разных кутках света, особливо у Франции, где Алина с мужем Дмитрием зараз живут. У их коллекции больше за 100 антикварных и винтажных особников. Побывать в дивном свете стародавних азиатских предметов в музее истории города Гомеля можно до конца листопада.